всем привет! Смотрите, что сегодня мы будем делать! Конечно же, раскрашивать и выполнять интересные задания! Честно скажу, больше всего люблю выполнять разные задания! Ну это супер! Смотри, какая книжка-раскраска у меня есть! Она точно поможет нам! Класс! Это же мега-раскраска! 75 заданий! Как круто! Давай скорее их выполнять! Так-так! Ой, какое тут все классное, большое и интересное! Выбираем картинку. Что же мы будем рисовать? Не хочу ворону, не хочу коровку. О, хочу свинку! Так-так, первое задание. Какое животное ты видишь на картинке? Напиши. Ну, мы же уже сказали, это свинка. Следующее задание. Покажи, где у свинки пятачок, а где хвост-крючок. Это же совсем просто. Вот пятачок, а вот и хвост-крючок. Раскрасим пятачок розовым цветом. Ведь у свинки он самый-самый розовый. О, тут же две свинки. Раскрасим второй пятачок. А вот сейчас задание посложнее. Почему свиньи любят лежать в грязи? Ну, мне кажется, что очень жарко. А грязь, ну она же холодная, значит, охлаждает все тело. Так-так, следующий вопрос. Как называют детеныша свиньи? Ну, конечно же, поросенок! Раскрасим слово «поросенок» красным цветом. Так, а как хрюкает свинья? Сейчас я покажу, как хрюкает настоящая свинка. Мы ответили почти на все вопросы, а свинку так и не раскрасили. Скорее раскрашиваем свинку розовым цветом! А глазки будут голубые! А копытца предлагаю сделать черными. Отличная идея! Так, последний вопрос. Какой лесной родственник есть у свинки? Не знаю. Но это же совсем просто. Это же кабан. Точно, ну как я могла забыть? Так, ой, здесь есть заборчик. Надо его раскрасить коричневым цветом, чтобы было очень красиво. А как же вторая свинка? Мы что, про нее забыли? Надо обязательно раскрасить! Точно! Розовый карандаш и раскрашиваем вторую свинку. Ух, что-то я устал. Мы так много всего сделали. И раскрасили, и выполнили много заданий. Да, это здорово! Мы молодцы! Ребята, а вам понравилось играть со мной? Здорово, я рада! Ну а мне с вами пора прощаться. До скорых встреч, малыши! Люблю вас!